На официальном сайте Фонда капитального ремонта Московской области размещена интерактивная карта домов, подлежащих капитальному ремонту в Московской области в 2017 году. Каждый желающий в режиме реального времени может узнать подробную информацию о запланированных работах, их объеме, узнать год постройки дома, а также общее финансирование. Интерактивная карта работает с 2016 года. Ежемесячно на сайт заходит около 26 тысяч человек. На сайте указаны и данные по Ивантеевке. Всего в программе участвуют 449 домов. На 2017-2019 годы заявлены 53 дома на общую сумму 362 миллиона рублей. В 2017 году должен быть капитально отремонтирован 21 дом. Размер взноса на капитальный ремонт в этом году составляет 8 рублей 65 копеек.